Андрей Геннадьевич, какая сейчас атмосфера в команде царит, микроклимат и насколько ребята настроены на эту игру? Ну, микроклимат отличный, потому что все понимают, что это Кубок Европы. Мы представляем не только город свой, область, мы представляем страну Казахстан. Поэтому ребята настраиваются на этот матч, хоть он и первый, но мы хотим после первого матча, уже, чтобы все вопросы снять, постараться все решить вопросы здесь. Специалисты футбольные и букмекеры отдают предпочтение в этой паре команде Актюбе. В связи с этим нет ли, скажем, такого настроения в команде, что легко пройдем, и то есть, может быть, недооценка, недонастроена на эту игру? Ну, в принципе, это самое страшное, что ребята читают газеты, смотрят все эти сайты. Но мы, как руководство, постараемся их от этого отвлечь, потому что это, еще раз говорю, кубок, плюс Кубок Европы. Поэтому не думаю, что наши ребята будут на это обращать внимание, потому что опыт у каждого, кто играет и завтра выйдет в составе, огромный в выступлении в Еврокубках. Поэтому, я думаю, здесь не будет такого шапкозакидательства. И последний вопрос. Перед выходом на поле будет ли накачка, либо просто спокойный разговор и настрой на матч? Ну, в принципе, это зависит. Завтра на зарядке все покажет, кто с каким настроением вышел. Вот. Плюс настрой вот тренера будет, какую тактику выберем, кто в состав попадет. Поэтому отсюда будем исходить уже. Все зависит от стартового состава команды. Спасибо.